Hey, what's up, man? I got some tank videos, some Russian tank videos. Let me just say thank you to the guy who sent it to me. Let's go ahead and take a look at this. Продолжается операция по разблокированию шоссе вдоль Аль-Кабуна. Операция состоит из двух фаз. Часть войск продолжает зачистку вдоль шоссе. Другая группировка, вклинившись в глубину района, будет продвигаться на север. Связав дома траншеями и подземными ходами и перегородив улицы баррикадами, боевики сделали Кабун единой крепостью. Используя средства видеонаблюдения, боевики видят наступающих. Это позволяет им перебрасывать силы с одного фланга на другой, как жидкость в сообщающихся сосудах, продолжая сопротивляться подразделениям сирийской арабской армии. Танк, сопровождающий транспортировку десанта, зачищает путь пехотинцам, нанося удар по разведанным коммуникациям и огневым точкам боевиков. Разбив баррикады, танкисты занимают позицию для прикрытия пехотинцев. БМП выходят на исходные позиции для высадки десанта. Yeah, I'm not sure what that was. They were shooting at. I saw something there that looked like a person. That seems like overkill. A tank shooting a person? Doesn't that seem like a little overkill? What do you guys think? You think that's the Syrian war? I don't know. My Russian friends, let me know. Privyet, let me know. Privyet, let me know. What was that? It sounded Russian to me. You guys would probably know if you speak Russian. I don't know. I don't speak any Russian. So, anyways, I'll catch you guys later. Thanks for watching.